нашелся. Он выпрыгнул обратно, ведь. Угу. Ты в двушке, да? Я вышел с двушки, иду туда, в зелень. Их тут очень много у меня, ведь, слышишь? Я понял, я сейчас с торца зайду в зелень. Благодарим за существенный вклад в нашу. Чел, блядь, не заходи. У меня, кстати, броня 17. Я, скорее всего, пиздарики чат. А, он переоделся в алтын. Вот это здорово, блядь. Плюс один алтынщик у нас в катке теперь, да? Сука. Гранатку бы. Это мышь. Сдохнет. Сдох. Шара, блин. Гранаты, чел. Вот он, видите, он Мэтта собрал, всех собрал, которых я убил, всех собрал и просто побежал к выходу.
Попробуем нам приколюху с фонариком его поймать, чат. Reloading. Как вы думаете, какое сейчас самое актуальное оружие в Тасковой? Судя по вот этой картинке. Опять новую картинку выбрали? Не, просто у меня сейчас 5 мутантов с собой. Какое же самое актуальное оружие? Мерно калашик. Мерно калашик. Только они. Шестеро опять. Чел на втором, пошел на третий, поднимается. А ты где там? На третьем. Не могу у тебя на третьем? Да. Второй, блин, да что, господи, с гранатами-то? Сервер. Ты на втором? Да. Помочь? Ну, надо бы. Там миллиарды человек на Мещенке сидит. С мутантами. Да, бля. Я на первом. Да, я на первом спустился, спрыгнул. Да. Отскочила Грена, блядь. Беги. Нет, она все-таки улетела, но она типа отскочила. Минус один. Прокинуть? Один, по-моему, ближе должен быть. Пробеги прям в самую первую комнату направо. Да нету. Дальняя. Минус. Взял левую часть. Смотри эту. Наплечную херню. Алло? Ну у него повязка наплечная, блин, типа. Evasion, которая? Ага. Повязка местного киберспортивного турнира.
Да, так написано прямо на ней. Да, да, да. Если. Пять. Там идут. Железо. Закрой дверь. Стой, смотри, сейчас как сделаем красивенько. Возьми лестницу. Я сейчас дам грену туда, на второй. Просто постреливай время от времени на второй этаж. Давай, стреляй. Оглушило. Я на первом. Кажется, он в пристрое на первом. Сейчас узнаем. Да, пристрой на первом. Спускайся. Я через гранатную машину обхожу. Скажешь, когда я готов уже подпушить? Уже. Кушу. На кухне? Бля, гранта мне прям. Он на кухне? Я не знаю, мне гранта кто прилетел. Дал грену в пристрой на первый. Да-да, он там играет. Хожу. Он умер, все, взорвал. По-моему, взорвал. Да, тут лежит минус. В черном в чем-то? Улач черный, что-то такое. Да-да, F-ка ему зашла. Не улач, там зеленая каска. Подожди, я, по-моему, улач видел темный. Пойдем второй раз, я без гранаты. Есть у тебя? Слева пристрой. Ага. Выключи свет. Прям пристрой, я пошел спрыгивать, дистанцировался. Живешь? Да, да. Спрыгиваю. Грену не дал, я отошел, один. Минус. Пропушиваю по коридору. Вот его я и видел. Прочитано. Там нормально с едой, все? 55 вот кинул. Кинул вот еще баночку. Кинул вот еще. Сайга у этого была. Закрой дверцу, если сможешь. Она так работает, реально? А чё нет-то, блин? Тебя вообще просто отобью. Ох. Я тирал. Умеченький он. Там еще один, да? Одна ему. А нет, убежал в комнату. В левую комнату дальнюю, в туалеты. Едит, он кинул ее! Живой? Да. Еще одна. Как она так вылетела в коридор? Раз шесть ударилась об все стены, блин. Сервера, алло! Можно регать? Или может он в гольф там прям хорошо играет? Кто-то у нас ходит по центру, Мэтт. Кто-то идет с центра к нам. Я без руки. Брони без руки, без всего. Грена его, да? Да, да, да. Все. Тима. О, опять эти Desync TV. Только что их убивал, да. Те же самые ребята. Прикинь, да? Перебегаю к вам. Посмотри, вид, есть машина, нет?
кому там удобно в ленте. Это? Офигеть, тут вообще стоят у вас на первом, меня убили. На первом челы стоят? Да, ну в центре прям. Это я мать у тебя сейчас буду. На втором. Надо дистанкироваться кому-то, мне кажется. Я думал, да, сейчас все сделаю. Дистанкируешься с окна? Да. Сразу правая комната там, ближайшая. Я могу грену дать и под грену прыгнешь. Я уже тут. Никого не вижу. Я. Хилится в туалете слева. Живой? Я живой. Убил его? Нет. Улица, что ли? Нет. Они на ком. Я на улицу вышел. Захожу, открываю дверь, давай, открываю дверь, открываю дверь. Я мог его взорвать. Дал хае. Наверное, взорвал его. Мертвый, мертвый. Ну, мы вообще не слышали звуков никаких. Ноль звуков, реально. Два типа слева справа стоят. Капец, да. Надо фитнем что-то делать, забирать его. Больше-то нет, надеюсь? Дай, Стэм! Вид, я тебе сумку, короче, вынес. И РПК. Рых. Не, ну типа профессиональные, конечно, сидят. Неплохо, неплохо. Короче, это не просто стоят в коридоре, ждут очереди своей. Ну, я мужчина, не подскажешь, где здесь меченая комната? Как тут подняться наверх, не знаете? Ну, она слышит. И сразу репнула, убил. Спасибо, хоть не в голову ты мне выстрелил после того, как умер чел. Без забора на АГС. На АГС? Блять, она сюда в спине вдоль забора челик идет. Принял, возвращаюсь. На гранате. На нашей стороне уже. Дальше пошел, по-моему, к магазину. Вижу, огнепад. Еще есть. Слева, где сумка. Граната у меня под ногами, не подходи. Кого-то убил ты? Да. Офигеть, вал кидает. Да. Вал скачет неплохо, так сейчас. Что там у них хуй левел-то хоть маленькие. Идем? Да, блин. Ой, блядь, беги, 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 беги. Уходим, уходим, сейчас он накроет тут все нахер с АГС. Давай через темный ангар сейчас придем, задушим их. Что он на санях катал, блин. Ну, пойдем подходить. А, подожди! По-моему, у нас есть справа, близко. Вдоль забора справа, по-моему, или даже ближе. Дал хае. Блять, вот он. Все. Бежит, бежит по железу. Тихо, тихо. Со стороны АГС.
Такое. Один минус. Минус. Хорошо. Гибрид, броник. Ага. Ох ты, нихера, он, по-моему, 8551 расстреливал. Че, сегодня планируешь 5 часов на 7 на 8? Не знаю, ты... Перед нами два, в яме, там тяночка. Один минус должен быть. Дал хае. Еще один. За трубами. Трубы справа от этой ямы. Хрен летает. Ты кидаешь? Я им кидаю. Родной Маш. Ты побежал там, да? Да-да. Один в яме сидит. У меня гранат нет, ты сейчас. Один внутри. Яма минус. Ты так вышел. Еще прыгает, по-моему. Он в углу у меня. А че ж ты яму-то не убил? Не убил? В смысле, не убил. Убил второй еще одного? Да. Я в яме еще одного убил. Офигеть. Синяя каска? Нет. Нет? А синюю каску убивал я. А, мы тут не убили его у стенки. Ему под ногами взорвалась граната, мы напихали, но он выжил. Вот это он выпал под клуб. Понял, все. Ё-моё, бля. Я зашел. Вот они где, ребята, все были. А то на чё, Михалыч? Самый опасный походу был. Который? Вот этот? Которого я убил, да. У них походу предводитель у них был. Ну, стреляли что-то как слишком жестко, блин. Я уж думал, там какие-то жесткие заварухи. А тут он 13-18 уровень. Если вам понравилось видео, не забудьте подписаться на канал и поставить лайк.